Всем привет, ребятки, с вами снова Немезис. Это у нас уже 734-я часть наших с вами обзоров на пушки. И сегодня еще обзор на новое обновление 24.4. Обновление в честь 11-летия игры. Оно наконец-таки вышло. Да, были какие-то задержки, уже кончился и боевой пропуск, и лотерея кончилась, а обнова так и не выходила. Все ждали, 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 ждали. Я тоже ждал этого момента, чтобы начать снимать видео. И вот оно вышло. Наконец-таки, тут какие-то изменения уже, как вы видите, есть у нас с вами в лобби, да? То есть уже какие-то вот вертятся туда, вот это вот туда-обратно вот эти штучки. Здесь пропала иконка всяких там событий. Ну, в общем, это новое обновление, как говорится. Вот сегодня мы с вами будем рассматривать, что добавили. Также, как вы видите, у меня уже есть весь контент из этого обновления. Новый набор одежды, брони, новые пушечки. И сегодня мы с вами будем их тестить. Ну что же. Да, к сожалению, новое событие еще не началось. Оно начнется позже, но это чуть-чуть позднее расскажу. Заходим сразу в почту, и тут уже есть краткое, к сожалению, но описание к обновлению. Апдейт 24.4. Без названия у нас обновление. Ну, мы его будем называть обновление в честь 11-летия игры. Каждый большой праздник начинается с подготовки. Скачивая апдейт 24.4, вы подтверждаете, что готовы к следующему. К новому турнирному сезону. Да, наконец-таки новый турнирный сезон. То есть у нас сезон турнирный на все обновление, да? То есть получается так. Ну, кто смотрел обзор на обновление 24.3, там же тоже добавили турниры новые. И этот турнир длился весь просто сезон, всю обнову. Вот, так что, да, начнется новый турнир. Помочь героям в финальном сражении с Проталиусом. Это новое как раз таки событие, новый режим, который выйдет чуть позже. К встрече со старыми и новыми персонажами. Это всякие скины к пополнению арсенала новыми пушками, петом и другими полезными вещами. Ну, это получается сет брони и одежды, да? К масштабному празднованию 11-летия дня рождения PG3D, обновление, которое вы не можете пропустить. Поэтому все, кто там уходил с игры, скачиваем. Видите, разработчики говорят, надо заходить в игру и не пропустить обнову. Обновление сейчас на данный момент вышло в Android и в Steam. Насчет iOS я не знаю. Но, как вы видите, я в Steam, поэтому как-то так. Ну что, будем давайте рассматривать все. Начнем, конечно же, с правой вот этой вот иконки. То, что вертится. Это новое изменение. У меня, к сожалению, тут не показывается, но если вы обновите игру, у вас будет показано как раз-таки про эту штуку. Типа вот мы поменяли навигатор событий, и теперь оно выглядит так. Ну, вкратце, короче, заходим. И все, что о новых событиях, лотереи, там, наборах, даже тоска удачи, здесь это все присутствует. Но в Steam доски удачи нету, к сожалению, может разработчики что-нибудь придумают, поэтому, соответственно, здесь не смогу я показать. Но тут еще будет доска удачи, я на телефоне смотрел. Да, потому что в начале обнова вышла на Android, я там и скачал. Вот, как вы видите, добавили календарь событий, теперь стало удобнее смотреть, что когда начинается. Сегодня 26 апреля, день выхода обновы, я снимаю в этот день. Вот у нас начинается лотерея финального босса. Она уже, кстати, есть. Также вот, к сожалению, я не понимаю почему, но набор как-то странно очень здесь показан. Наверное, это баг. Либо он кончится там когда-то, фиг знает когда, я вот так пролистать, к сожалению, не могу. Короче, наверное, все-таки набор таинственной леди. Ну, как бы. Да, я тут все награды получил. Еще 6 дней показано. Ну, короче, через 6 дней, скорее всего, будет новый набор. Ну, а пушки я покажу сегодня. Тайм-коды все в описании. Также вот 29 апреля начнется. Это вроде как. Да, это вроде как новое событие, новая лига. Да. Да, это новый как раз режим. Собери осколки всех предметов, чтобы получить главную награду. Да, это как раз про новый режим. Обзор на этот режим будет, соответственно, когда он выйдет. Вот. Ну и все пока здесь показано. К сожалению, я календарь не могу вот так поворачивать, а было бы очень удобно. Здесь показано чисто неделя. То есть сегодня у нас пятница. Ну понятно, в понедельник начнется новое событие. Вот. Что здесь у нас? Новый скин. Туса снайперка будет добавлена. Ну, она уже есть, но будет добавлена, соответственно, в этом режиме. Можно будет ее получить. Вроде выглядит прикольно. Вот. Новый глайдер. Днерожденный глайдер называется. То есть меня несет пиксельмен. Смотрите, прикольно.
Вот, сундук бойца, модули и вот эти всякие плюшки. Стрелять, а чем я стрелять? Ну вот эти могу, да, пострелять скином. Ну, вроде нормально. Посмотрим, надо дождаться просто, когда выйдет этот режим. Будет понятнее, через 3 дня. Вот, новая лотерея финального босса уже есть. Единственное, что мне не нравится, что чтобы зайти в эту лотерею, надо теперь заходить как раз таки вот так вот, вот так вот и вот так вот. Аж 3 кнопки нажать вместо одной, как было раньше. Вот она, лотерея финального босса. У меня здесь все получено, поэтому тут у меня только валюта. Ну да, и все. Ну, могу показать, что здесь добавлено. Здесь, во-первых, новый сет. Новая пушечка, космическая жеода, основа мифическая, авто, ярость, рикошет, темп стрельбы 96, вместимость 35, подвижность 65. Вот так вот стреляет, ну мы скоро на нее посмотрим. Вот так вот выглядит, кристальный чистый такой вот автоматик, ну Порталиус, это кстати третий сет Порталиуса в игре у нас. Да, это прикольно, как раз таки скин, финальная форма Порталиуса. То есть у нас же был обычный, потом было обновление, сделали ремейк на Порталиуса в 21 году, и сейчас у нас Порталиус стал еще обновление, обновленнее, можно так сказать, и выглядит вот так вот. Да, броня, конечно, тут не видно, но ладно, вот так вот, короче, выглядит прикольно. Новая пушка, спецкая, порталиумная сущность, спецкая, мифическая, заряд мощности, потоковый луч, замедляет цель, темп стрельбы 78, вместимость 10, подвижность 65. А, заряд мощности, вот так вот. Угу. Ну, выглядит красиво. Так, и еще одна пушка. Порталиумная радиационная станция. Не радионная, а радиационная именно. Тяжелая мифическая радиация. Выстрел навесом, бонусные очки за убийство. За месть, нифига себе. Я уже по инерции читаю. Оказывается, бонусные очки за месть. Это что такое? Дополнительные очки за месть. А, это когда вы убиваете, у вас вылазит, типа, ачивка месть. И за эту штучку будет новые бонусные очки. Радиация. Тоже такого не было. Наносит периодический урон радиации вместе взрыва. Это что-то новое. Темп стрельбы 67, вместимость 5, подвижность 50. Блин, а вот это можно вот отклонить, да. Очень неудобно. Вот так вот стреляет. Да-да-да, ультиматум. Сейчас доберемся. Вот так вот. Ну, блин, выглядит не совсем уже пиксельно. Уже от пикселей разработчики уходят, да? То есть, вот видите, вот это вот нифига не пиксельное. Угу. Да, ребятки, здесь видно по вашим желаниям завезли пушки. Самые имбы. Ультиматум в лотерее, суровый каратель в лотерее, АЧВ в лотерее, воришка подарков, сакура, вот этот имбовый топор кровавого террора, еще и УВЗ сюда завезли. Короче, самые имбы, пожалуйста, выбивайте, 20 дней у вас есть. Кто хотел выбить там сурового карателя, ультиматум, там какой-нибудь АЧВ, АЧВ очень имбовая снайперка, сакура там, ну короче, блин. Что я все зачитываю по второму разу? Все это можно выбить в течение 20 дней. Так вот, раз и хлопнуть. Да, у меня тут еще скин есть. Вот, дальше что у нас? Ну, тут, к сожалению, еще не показано. У меня тут набор таинственной леди. Ну и все, да. Здесь как бы все. Теперь заходим сюда и смотрим дальше. Во-первых, чтобы сразу не забыть, у нас тут есть 3 набора новых. Соответственно, ну, эффекты. Первое. Набор гипнотизера. Чуть позже зачитаю статы. Но эффект этого набора — невидимость после убийства, замедление врагов в радиусе. Это новый набор, который будет доступен после набора таинственной леди. Следующий эффект набора финального босса. Увеличение высоты прыжка создает точки гибели импульс, который наносит урон и отключает гаджеты. Имбовый сет, имбовый эффект. Посмотрим. Их можно взять, кстати, вместе, что очень топово. Соответственно, мне будет проще искать пушки. То есть боевой пропуск надо будет, да? Ну, боевой пропуск сейчас тоже посмотрим. Ну и набор ветеранской брони. Нет, ребятки, он не в сундуке ветерана за 65 уровень. Он будет фиг знает где доступен, честно, понятия не имею. Мне кажется, что он будет доступен в турнире. У меня вот такая чуйка, что он будет именно там доступен. Либо в этом событии. Что-то из этого. Либо тоже набор. То есть, условно, как набор гипнотизера, может быть, следующий будет набор ветеранской брони. Может быть так. Честно, не знаю.
Ну, что дает эффект полного набора? Периодически восстанавливает боезапас, большая регенерация здоровья и брони. Это топовый эффект восстановления боезапаса, регенерация. Но, ребятки, по отдельности, что дают шмотки, мы сейчас тоже посмотрим. Давайте вначале про пушки. Набор гипнотизера. Заходим сюда и читаем. Первое, набор. Да, вот он. Гипноохотник. Пистолет мифический. Одиночный. Больше урона проклятому. Голограмма при перезарядке. Серьезно, снова его завезли. Лжепистолет. Темп стрельбы 85, вместимость 10, подвижность 75. Ну, порталиус, вон видно портал. Это его набор. Вот так вот стреляет. Посмотрим, что будет делать. Да, тут есть еще вот пистолет, но это с боевого пропуска. Чуть попозже. Далее, новая ближка. Гипнооковы. Нифига себе, ближка мифическая, ближний бой, урон по зоне, отравление. Атака 78, подвижность 75. Понятно, у нас, помните, есть из сета порталиуса плетка. Ну, все ее прекрасно помнят. Вот, короче, тут снова цепи, снова ремейк на порталиуса, новая пушка. Вот так вот выглядит. Нифига себе, очень интересно, что же это будет. Далее, снайпа. Нифига себе выглядит. Где тут пиксели? Тут их почти что и нет. Снайпа мифическая, электрошок, невидимость при перезарядке и рентген прицел. Имбово. Интересно, пробивает ли стены? Темп стрельбы 69, вместимость 10, подвижность 65. Ну, не похоже на пробитие стен, но мы потестим. Прикольно. Теперь боевой пропуск. Заходим сюда, потому что в навигаторе событий его почему-то нет. Также у нас есть тут видеоролик, давайте заценим. На сезон мультивселенного дня рождения. Стоит робот. Гипноохотник. Гипнопреследователь. Гипнооковы. Набор порталиуса. Далее, следующее. Лотерея порталиумная, радиационная станция, космическая живода и... Порталиумная сущность. Так. Пиксель пас. Сердце дракона. Новая пушка. Ярость дракона. И еще одна пушка. Витражный защитник. Еще и питомец. Стеклянная стрекоза. Вот так вот. Сразу все наборы в одном видеоролике снова нам показали. Новый скин. Черный дракон. Вот так вот выглядит. Нифига себе. И у него пушка «Ярость дракона». Основа легендарная. Полуавтомат. Да, полуавтомат это как-то не очень. Горение и защита от горения. Понятно. Темп стрельбы 98, вместимость 30, подвижность 65. Вот так вот стреляет. Заценим, посмотрим. Выглядит очень эпично. Пиксель пас. Названия у него, кстати, нет. Новый питомец. Стеклянная стрекоза. Мифический. Скорость 6, возрождение 15, полет, урон по зоне и лечение. Вот лечение эффект это очень классно, кстати. Так что питомец будет полезен. Так, новая тачка, летящий дракон. Пиксель пас уже, кстати, доступен, так что, пожалуйста, да и лотерея, только набор ждем. Ну и события. Так что тачку можно получить. Классно. Новый глайдер, глайдер форма дракона. Ну, короче, глайдер-дракон. Нифига себе, кстати, на этом лететь слишком заметно. Шапочка ПГ-11. Не показано, но вот так вот выглядит. Так, новый трейл. Трейл дракона. Сходится с этим скином, кстати говоря. Так. Новый эмодзи-граффити. Заскучавшая Дейзи. Дейзи это, кстати, девочка из компании. Вот она, кстати говоря, и вот ее им граффити есть. Да, это было на стриме, Вайер спойлернул, что девочку с компании зовут Дейзи. Вот, так что да. Ну и еще одна пушка, сердце дракона. Пистолет мифическое, лазер, пробитие стен, кража жизни. Темп стрельбы 94, вместимость 16, подвижность 75. Вот так вот стреляет очень быстрый пистолетик. Темп стрельбы 94, как-никак. Ну и скины. Что у нас тут по скинам? А, ну у меня этого нету, но это старый скин. Короче, нету, да? Единственное, у меня вот здесь есть всякие штучки. Вот Хепри у меня нету. Вот этого чувака нет. Игрок Супербол. И еще вот скин... А, лопата Кроноса. Тоже такого не помню, но...
можно выбить, короче говоря. Понятно. Все, теперь новый ветеранский набор брони и одежды. Заходим сюда. Пожалуйста, все шмотки есть. И шапка, и броня, и маска, и плащ, и обувь. Все новое. Ну, скин, соответственно, можно выбить в сундуке ветерана для полного комплекта. Вот. Ну что же, давайте начнем по порядку. Новая броня. Броня ветерана. 65. Броня мифическая. Очень сильно увеличивает показатель брони персонажа. Ускоренная перезарядка гаджетов. Скорость 65, прыжок 75. Мифическая. Вот это поинтереснее, если сравнивать с этим. Угу. Очень сильная защита брони. Слушайте, это, возможно, очень имбовая броня. Самая имбовая, возможно. Ждем тест дрота, он покажет поподробнее. Я просто возьму этот сет в матче и посмотрим, что же будет по матчам. Будет ли чувствоваться эта защита или нет. Кому нужен точный тест, пожалуйста, дрот, скорее всего, выложит. Можете посмотреть. У меня немножко другой контент. Так, далее, шапка. Шапка ветерана защищает от урона в голову и собственных взрывов. Очень имбовая шапка. Но, к сожалению, нету таких свойств, как условно у диадемы, которая у нас увеличит высоту прыжка и урон от оружия, еще и ускоряет передвижение. Не знаю, но зато не будет урон в голову наноситься, что прикольно. Еще и собственные взрывы, да, защищает. Ну хорошо. Новая маска увеличивает урон из всего оружия. Очень сильно увеличит урон всего оружия. Это хэллоуинская маска. Не знаю. Выглядит по тексту хуже. Но я вообще ношу вот эту, чтобы высоту прыжка увеличить. Хорошо. Вот плащ. Невидимость при перезарядке дает. Это прикольно, кстати говоря. Но не лучше, чем невидимость после возрождения, которую у нас дает вот этот плащ. Еще и двойной прыжок. И восстановление брони. Ну да, похуже, мне кажется. Вот обувь здесь, кстати говоря, очень имбовая. Ботинки ветерана, двойной прыжок, увеличивает высоту прыжка. Ускорение после убийства, пожалуйста. И двойной прыжок, и увеличение высоты. И еще и ускорение после убийства. Это, соответственно, лучше, чем последние вот эти природные ботинки, которые давали просто двойной прыжок и ускорение. Тут еще и увеличение высоты прыжка. То есть эти ботинки выглядят получше. Хорошо. Но мы берем весь сет, потому что тут еще эффект полного набора. Да, повторяюсь, периодически устанавливает боезапас и регенерация здоровья и брони. Вот, как-то так. Ну и еще кое-что. Еще есть две пушки. Заходим сюда, и вот они. Первая новая турнирная пушка. Космический странник. Вот так вот выглядит. Бесконечный боезапас. Замедляет цель и урон по зоне. Потестим сегодня. Да, ребятки, турнирной пушки у меня нету, потому что ее решили забрать. По причине того, что она очень эксклюзивная, и нам их не оставили. Соответственно, я думаю, также у меня будет и с этой турнирной пушкой, ее потом отберут. Вот, ну и еще одна пушка, межгалактический казначей. Рикошет, бонус на очки за убийство и урон по зоне. Честно, не знаю, где она будет, скорее всего, в новом режиме. Но мы на него сегодня посмотрим. Вот, они у нас находятся, соответственно, вот здесь. Вот так вот стреляет новая турнирная пушка. Это рескин старой турнирной пушки, которая называется... Где она у нас, кстати? Вот она. Странник. Да, это рескин вот этой пушки. Это космический странник. Ну, название немножко сохранили. Но как было у нас ультралучемет и вот эта вот новая турнирная пушка, которую получит там несколько игроков. Вот. Ну и спецка. Вот она. Межгалактический казначей. Почти как дробовик стреляет. Ну, что-то очень имбовое. Мы на него сегодня посмотрим. Все, ребятки. Как-то так. Это все обновление. Очень классно. Погнали теперь тестить пушечки. Сезон is over. Кстати говоря, новый ранговый сезон закончился. И теперь стартует новый ранговый сезон. Посмотрим. Сейчас сыграем матчи, потестим пушечки и проверим, что у нас тут будет. Погнали. Мы пойдем с вами куда?
Опа, ротацию карт завезли, кстати говоря. Офис ПГ очень соскучился по этой карте. Спасибо, что ее вернули. Чебоцтеки вернули. Было бы вообще замечательно. Конфетную долину. Так, тут у нас что? Осаду склада вернули. Город паркура в захвате точек. Вот это да. Так, ну и тут понятно, что все. Короче, погнали тестить на офисе ПГ. Слушайте, классно. Начнем мы с вами с лотереи. Я надеюсь, я ее не перепутаю. Лотерея это у нас вот она. Погнали. Господи, let's go. Ага, выстрелы проносятся не сразу. Так, отлично. Раскладку, кстати говоря, еще не завезли свою. Так, 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 так. А что по урону? Ага, невидимку убили. Мы еще с вами тестим заодно новый набор брони. Так что классно. Сейчас подумают, что я читер. Нет, ребятки, мне это дали чисто для теста, для обзора. Поэтому да. Прицел есть. Вот такой вот прицельчик. Так. Ну, двоих убил. Что могу сказать-то? Вроде никак неплохо. Правда, вот тут и выстрелы не сразу. Этим не все умеют играть. Так, чувак боевой пропуск купил. У него скин с этого нового, соответственно, пропуска. Куда-то убежал. Еще и питомца нового, смотрите, взял. Хорошо. Так, ну, вроде как неплохой урончик. Модули вы, в принципе, видели. Я их вам показал, когда показывал статы пушек. Поэтому, кому надо, те увидели. Так, давайте мы еще сюда буран запустим. Никого нет. А сколько у нас тут? Три противника. Где они? А, ярость дракона. Ну, чуть попозже посмотрим, что это такое. Сейчас у нас лотерея. Угу. Щит у тебя такое. А, это защита от горения. Это щит защищает от горения. Так, двойное убийство. Да вроде неплохо. Нет? Никого? Ослепить не получилось у нас. Блин, очень соскучился по этой карте. Офис ПГ. Очень классная. Ага, здорово. Так. Не, достаточно мощный. Так, ну давайте теперь спецку посмотрим. Ну-ка. Блин, они все вышли. Это заряд мощности, да? Ага. Так. Ну, бот вроде откис нормально, да? Ну, ага. Чё по зоне? Пока не понимаю. Прощаться клопа. О, смотрите, какую обводку, кстати говоря, сделали. Это в честь 11-летия они такую штуку добавили. Это прикольно. Так. Ну, вроде как выносит хорошо, быстро. И здесь зависит от того, насколько вы заряжаете пушку, столько она и стреляет. Очень классно сделано. То есть я зарядил настолько-то, она будет стрелять столько-то времени. Так, что по перезарядке? Очень быстрая. Так, плащ нам дает невидимость перезарядки. Тоже очень прикольно, наверное. Так, пошел. Ага. Ну, прикольно, кстати. Может быть, это поможет в бою. Невидимость при перезарядке. Вот, а что могу сказать про спецку? Ну, достаточно имбовая. Смотрите, у нас все вышли, остались боты. И за один залп я смог снести трех ботов. Сами судите, насколько это топово. Так. Теперь у нас тяж, да? Тут же какие-то имбовые эффекты, да? Радиация там нет. А, странно. Почему я на сингулярку не попался? Так, перезарядка очень долгая. Но все это время я невидимый, да? Какие-то дыры создаются. Так. У меня еще в точке гибели импульс. Тоже от эффектов набора. Так, ну что-то, блин. Куда все вышли? На ботах тестить это такое себе. Так, фантом. Ну погнали, фантом. Да, я ж правильно сужу. Радиация, да, бонусные очки за месть. Ну, честно, у меня мести пока не было. Так. Что значит 5? Это типа показывает, какой у меня боезапас? Да, ребятки, я сейчас только заметил. Смотрите, на мониторе есть показ боезапаса. Также радиацию я создаю. Радиация у нас вроде как только при эффекте набора была. И, соответственно, ядерная граната. Теперь это еще эффект у пушки появился. Так. А чё, она ваншотит или нет? Не-а. А у него щит? А. Опа, броня. Смотрите, это тоже тестер или чё?
Во! Месть у меня была, мне дали бонусные очки. Это, возможно, тестер. Вот, это не факт, что модер. Так, а что я попасть-то не могу? О, тихо-тихо, у меня все это время невидимость. Так, ну, броня 65 левел, это, наверное, да, все-таки. Либо модер, либо тестер, честно, понятия не имею. Давайте еще раз автомат. Ага. Давай, умирай. Сейчас посмотрим, что у него по защите. Ну, кстати, умирал достаточно долго. Так, пчелы, блин, пролетели, собака. Не успела дверца закрыться. Так. Ага. Ну, давайте, идите. Ну, что, они все через окно вылазят, вы что? Давай. Ага, застилили. Так, что такое? Все мои фраги застилили. Так, робот, давайте, робота. Быстро вынес. Так. Ну, то, что стреляет не сразу, это немножко непривычно. Ну, типа, не то, что стреляет, а вот то, что патроны летят какое-то время. Вот про что я имею в виду. Давай. Ага. Так, это что, читер? А фиг знает. Так, ну вот видите, немножко... Не сразу я попадаю. А, у него еще тот бесячий револьвер, который, надеюсь, понерфили. То слишком он уж имбовый. Если нет, это очень печально, это очень странно. Куда такая нафиг защита у него? Ага. Так, стоп, боты начали носить... Но это не бот. Они начали шапку кубика носить. Так, пылесосом не достанет своим меня, нет? Давайте теперь вот это. Космическая жиода. Так, ребятки, это новая лотерея. Значит, чувак либо замодил, либо зачитерил, либо это тестер. Ну, смотрите, я его вынес очень быстро. Так. Ну, намодил, не намодил, а все равно погибает. О, у него даже скин нового порталюс. Так, ага. Так, давайте еще раз тяж. Он достаточно имбовый. Туда кидаем ослеплялку. Нет. Давайте туда буран закинем. Ага. Все, немножко притормозится своим пылесосом. Никуда не убежит. Ага. Блин, ну вообще имба какая-то, ваншотит. Опа! Ну, не всегда? Ага, патрон не хватило. От радиации чувак не умер. Давайте туда ему слепление закинем, нет? Блин. Ага. Ну чё? Пылесос вторая жизнь. Тебе не помог этот пылесос. И второй жизни у тебя, к сожалению, не прибавилось. Так, давай. Ага. Есть, готовченко. Так, еще раз автомат. Ну и теперь, в принципе, мы потестили эту лотерею. Достаточно хорошая, я бы сказал. Но вердикт заключения будет в конце. Тайм-коды, кому нужно, в описании. Да, снова ультиматум, смотрите, кружит. Старую карту вернули. Плакаты с автоматами. М16, АК-47. 17 убийств. Топово, топово. Прототип валяется. Люблю эту карту. Погнали теперь тестить новый набор. Пистолет. Прицела у него нету, да? Угу. Так. Как он стреляет? Я что-то забыл, подождите. А как он стреляет? Так. Это он создал, да, вот эту штуку? С двух ударов убил. А, я ему еще эту пометку делаю. И видите, голограмма создается. Прикольно. Это я так со стороны выгляжу. Так, чувак с ультой уже. Воу. Mountain Dew. Нифига себе. Ник у него. Прям как напиток. А? А чувак, а это не я. Вот я вообще-то. Он думал, что это я на голограмму напал. Так, вот этот уже с трех умер. Так, ну я им там бросил эту штучку. Это кто? Союзник? Нет? Не могу понять, да кто это? Ага, это союзник. У него плащ. Ага, снова этот пистолет имбовый. Ага, видите, эту броню от пистолета я с трех выстрелов не вынес. Но все равно он достаточно мощный, я бы сказал. Так, хорошо. Так, это что такое? Как с этим играть? Дайте понять. Воу, что-то я пока не понимаю.
Так. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Ага, то есть я вот так что-то верчу эту хрень, эту цепочку и наношу урон, да? Так, ну смотрите, этот умер. Хорошо. Ну, этот умер, а другие? Вот эти с рывками, все с рывками. Так, это вообще не тот. Стой. Они все, блин, с УВЗ-шками. Так, это я зря, наверное, сделал. Я даже подойти не могу. Это же ближко. Хотя зона достаточно удобная. Большая. С двоих ударов убил. Ну, с двоих. Да, с двух. Так, чё? Опа! Нормально, вынес тебя. Ну, зона хорошая. Зона, в принципе, удобная, хорошая. Так. Ну, чё, я этого словлю? Ну, один разок ударил. Стой! Ух ты, нифига! Я в него не целился. Вот этого второго, а он умер. Это здорово. Но они, блин, все носятся очень быстро. Так, еще этот гаджет взял. Смотрите, гаджет прям очень долго пробивал. Не знаю, ну такая, вроде ничего, как ближко. Зона хорошая, урон вроде неплохой. Так, буран. Так, урон нанес? Вроде нанес. Ага. Ослепил. Чувак убил, хорошо. Так, ладно, снайпа, да? Давайте снайпу попробуем. Еще один алмаз, нет? Ладно. Еще один алмаз. Два алмаза выпало, я так понял. Ну, хорошо, почему нет? Хотя у меня их тут почти 30 тысяч. Так. Ну, кстати говоря, набором, мне кажется, немножко похуже. Ну, вот снайпа она нанесла мне. 54 здоровья оставила. А этому вон. Ну да. Как-то не внушает. А, и искрострелка не очень. Этот еще и в защите, смотрите, сколько нанес. Понятно. Не, набор похуже. Так, ну, хотя бы одного убил. Че? Торкель. Ну и ник. 12, да, здесь даже и убийств поменьше. Ну, давайте еще матч сыграем, чтобы для полного теста. Ну, в принципе, я уже все понял, что пушечки в таких условиях особо не тянут. Как вы видели, я попадал нормально. Анимация есть небольшая, так что... Да-да-да. Ну, хотя у снайпы не знаю. Ну, вроде как нету у снайпы. Так, чувак уже двоих убил. Что это с ним? Видали, он стелепортировался, я убил? Смотрите, какие анимации прикольные! Прицел, как у нейтронного пульсатора. Видали, да? Нифига себе эффект. Он типа телепортируется. Я когда попадаю, он не умирает, а телепортируется. Так, попасть еще бы. Вот, смотрите, я взял его и стелепортировал куда-то. Нифига себе. Это прикольно. Так, буран. Ну-ка. Ну, не ваншотит, да, то есть... Да, еще попасть бы. Так. Не, я хочу еще со снайпой, она прикольная. О-о-о, чувак обычного порталиуса взял. Вот, кстати, как он выглядит. Кто забыл? Так, а мне еще и убийство не засчитали. Так, снова стелепортировал его. Так, этот снова со своим револьвером. Этот снова со своим карателем-ультиматумом. Так. Так, давай. Ослепил, затормозил и убил. Так. Хе-хе, стелепортировал, нормально. И этого стелепортировал. А турель? Нет, турель не телепортируется. Че, по перезарядке? Такая вроде как. Давайте, что еще? Давайте еще раз пистолет. Так, убил. Как я получил ту снайперку? Выдали для теста. Ну, он не понимает русский, я думаю, поэтому... Так, тихо, тихо, тихо! Так, как с этим пистолетом-то убивать? Где? Никого нету. Так. Убил.
Все, закончились. А, пылесосник. Тихо. Вы что такие шустрые? 20 хп я ему оставил. Так. Ага, давай выходи, подлый трус. Нормально, слушайте, револьвер самый мощный. Давайте попробую еще раз вот этим вот. Но с этим подходить надо. Что, конечно, тяжеловато. Хотя бураном я себе помог. Да давай, выноси, выноси буран. Правильно, правильно. Ну да, понятно, здороваются с Ютубом. Тихо, 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 получай по щам. Нет, достаточно... Опа! Че, я там нанес ему урон? Не нанес, фига знает. Так, давайте еще раз снайперку. Стелепортируем кого-нибудь? Нет? Блин. Очень быстро носится. И сейчас мы будем боевой пропуск тестить через 30 секунд. Они очень быстрые все, шустрые. Опа, стелепортировал. Только хотел вот этого. Но они все с ультиматумами, ну понятно. Ульта это неинтересно, а вот, вот это... Этим интересно потестить. Господи. Вау, нифига себе, пистолет-дробовик. Подвижка здесь очень медленная. Так, стелепортировал. И этого стелепортировал. А этого нет. Короче, не ваншотит, понятно. 18 убийств, хорошо. Ну, короче, мне больше лотерея понравилась. Но зато, повторяюсь, их можно комбинировать вместе. Теперь мы берем... пистолет. Чё там, автомат? Где он? Успею я его взять-то или нет? Где он? Взял. И еще там пушка тяжек, да? Ага. Погнали теперь это тестить. Ух, let's go. Автомат. О, чё-то он как-то быстро откис, нет? Прямо его очень быстро убил. Прицела нет. Уже... А, полуавтомат. Точно, я и забыл. Ну, как-то это... Ну, у него защита, смотрите, какая. О-о-о-о. Да. Он гаджет заюзал. Блин. Ну, понятно. Автомат что-то как-то не особо. Так. Тихо. Драконир! Ну, считайте, я его убил. Так, а кто это? А, я думал, это союзник. Блин, он еще этот револьвер взял, чтобы я совсем его не пробил. Так. Ну вот не надо этот револьвер брать, он на нервы действует. Его не понерфили. Это очень печально, странно очень. Самую имбу не понерфили. Так, ну я знаю секретный выход. Опа! Ну, сдохни! Господи, а чё у тебя так много хп? Он вообще бессмертный, видите, сколько я в него 3 залпа полных выпульнул. Ему как будто вообще по барабану, как будто, я не знаю, он сделан из обсидиана какого-то. Ну, что-то немножко слабовато. Ну да. Нет, этот вообще какой-то бессмертный. Так. Ага, давай, я тебя буду полдня убивать. Конечно, да, не, чувак. До свидания, ты бессмертный, с тобой неинтересно. Я ушел. Да ничего он не ушел. О, вот этого, все, нормально. А, засчитали не мне. Мне до сих пор 3 килла. Ну да. Урона маловато, мне кажется. Чипул автомат стреляет медленно. Тут чуваки просто сжирают их. Хотя вот этого я вынес. Ну-ка, с дракониром. Угу. Так, снова непробиваемый. Так, убил кого-то другого. А, мне его тоже не засчитали. Давайте тогда вот это посмотрим. Что вот это такое? Снова непробиваемый чувак, которого я смог пробить. Значит, пистолет мощный. Поняли, как я теперь это тестирую? Смог пробить непробиваемого. А, ну сейчас, наверное, не пробью. Ага. Спасибо за ваншотный ультиматум. Еще третий алмаз. Прикиньте. Что-то сегодня много алмазов валяется. Так, ну пистолет явно получше. Это видно. До сих пор 7 киллов. Почему мне ничего не позасчитывали?
У него прицел есть? А, нифига, я тупо вот так вот стреляю. И кого-то смог убить, хорошо. Ага, невидимку. Ну, вряд ли. Хотя, фиг знает. Застилили. Понятно. Так, что у нас тут еще? Вот это? А что это такое-то вообще? Как с этим играть-то? Подожди, что? А как она урон наносит? Сразу, моментально? Блин, что-то я на последнем месте. Что-то пропуск как-то не внушает доверия вообще абсолютно, видите? Ой, какая подвижка медленная. Смотрите, как я двигаюсь ужасно. Это у меня еще набор этого стоит. Ветеранский. Че? В смысле? Я два раза попал, мне опять ничего не позасчитывали. Матч не по засчитыванию, короче говоря. Столько убил и вообще ничего не позасчитывали. Ладно, надо еще раз сыграть, чтобы понять хотя бы, а то как-то... Как-то мне не очень понравился этот пропуск вообще как-то. Ага, не ваншотит. Че по перезарядке? Ну, длинная. Ну давай ты. Ну блин, ну полуавтомат. Это вообще, конечно, ну... Да. Понятно. Сейчас будут стилить эти фраги. Ну давай ты. Ты вроде... Да. Я думал, ты вроде нормально умираешь. Ну да, вроде умирает он нормально. Хорошо. Так. Не, ну я, в принципе, все понял, что это за пушки. Так, понятно. Снова волнового пульсатора здесь еще не хватало, да. Конечно. Так, давайте, идите. Вот этот пистолет странный. Что-то я не понимаю, как он... О, господи, как же бесит волновой пульсатор. Просто себе не представляете. Он летает через всю карту. Пчела какая-то тут. Воу-воу-воу, молот Тора, нифига себе. Блин, они не хотят выходить. О, ослепил. Стой! Есть. Пистолетом. Так, давайте, что, еще растяжек? Это вроде за элитные испытания дается он. Очень, очень медленное передвижение просто. Да блин, выходите сюда, ну. Дверь закрыли, блин. Так. А, есть. Ладно, тяжек вроде ничего. На. На. Слабление кто-то мне накинул. Вот так вот. Так, хорошо, погнали. Еще раз пистолет. Что-то какая-то подвижка здесь очень медленная. Еще пульсатор, смотрите, летает на всю карту. А. И что он там, умрет от горения, нет? Так, ладно. Ну, вроде пистолет ничего. Тяжек вроде тоже ничего. Автомат такой. Ну, из-за того, что он полуавтомат, вот видите... Ну, видите, я его так и не убил. И что-то у него хп как-то очень много осталось. Да, но опять же повторяю, что этот не финальный, так скажем, урон этих пушек. Возможно, что-то бафнут понерфит, да. Но надеюсь, автомат побафнут. Какой-то он слабенький немножко. Кого ты там убиваешь-то? Ну да, смотрите, два полных залпа, 34 брони осталось. Это очень мало. Очень слабо. Ну давай. Ну он спамер, ему еще проще. Вот, смотрите, просто тупо взял и ваншотнул. А я должен с этим автоматом по 500 выстрелов наносить, да? Так, ну... Ну этому, блин, пульсатор попал, поэтому он так быстро и сдох. Да. Сколько у него? А чего у него так много? Очень слабый автомат какой-то. Так, ладно, будем заканчивать. Что-то мне не нравится этот пропуск. Так, ну это повезло, хорошо. Так, давай тяж. Так, ага. Так, ну тяж вроде ничего. Да, тяж очень ничего. Очень хороший.
Вот. Ну, ради тяжика боевой пропуск получать. Он еще и в элитных испытаниях. Ну, не знаю. Давайте теперь посмотрим на турнирные пушечки. Да, ребятки, я еще что не показал, но это чуть попозже. Хорошо? Так. Да, там, это боевая винтовка, вы правильно поняли. Так, погнали. Еще спецка, да, у нас? Ну, давайте, спецку. Вот это вот. Непонятно, что это такое. Так, подожди. Мы вначале давайте потестим вот эту пушку турнирную. Это все-таки турнир, достаточно сложная тема. Ага. Что-то как-то мало урона нанес. Так, ну этот вроде сдох. Хорошо, ладно. Так, 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 так. Очень неприличный у тебя ник. Не понял. А чё тебе так много урона нанести надо, алё? Нифига, а чё? А чё так много урона? Я модули надел. Вы видели, 10-й вроде как даже. Не, ну это вообще не то. Чё так много нанести-то надо? А жесть какая-то. Очень много надо выстрелов прям. Смотрите. Это, блин, ну это, блин, это турнирная пушка. Ну, смотрите, ну это жесть какая-то. Ну, у него бесконечный боезапас, конечно, да? Так. Прицел такой, ну, вроде... Вроде ничего, прицел, но... Ну, не знаю, ну, блин, ну, турнир, ребят, сами понимаете. Как было тяжело получить снайпу. Так же будет и это. Может быть, конечно, тут... Упрощение сделают, но все равно за турнир такое. За смэп из бэт. Не, нифига подобного. Как-то выстрелы странно наносятся, смотрите. Этого чувака с неприличным ником даже убить не могу, сколько я в него стреляю. Ну да, вот этот чувак все застилил своим спамом. Жесть. Ну да. Конечно, он меня узнал. Ну, чувак, ну ты будешь умирать-то? Смотрите. О, умер, неужели? Ну да. Ну такое себе. Ну, блин, ну не знаю. Ну много выстрелов. Не советую. Или, надеюсь, бафнут. Так, это кто умер-то? Че у него за эффекты, кстати, я забыл. Замедляет цель, урон по зоне. А, ну, понятно. Так, я понял. Ну, господи, какой же ты живучий. А, драконир? Не, карабин. Тоже имбовая вещь. Да. Понятно. Короче, не советую автомат. Ну, пока что он как вот таким вот является. Это такое себе вообще. Так. Ну, как же много выстрелов. Я попадаю, видите, я попадаю. Ну вот этот вот Торкель, он со спамом играет. Конечно, он много набьет, а я вот с этим вот. Да, это такое себе. Ну что могу сказать по поводу сета брони? Ну, вроде как нормальный, но все равно ваншотит. То есть толка-то особого нету, что там сильная защита, все равно все пробивает. 4 хп, ну почти, ладно. Слабенький. Слабенький. Какой же слабенький автомат. Ой, как много выстрелов. Но этот недобиток был. Господи, вот он 31 набил, а я 13. Видите, разница какая. Со своим этой пукалкой, которая по 500 выстрелов надо попадать. Ну, такое себе. Понятно. Давайте теперь хотя бы, может, спецка нормальная будет. Вот это вот. Что это вообще такое? Как с этим? Что это такое? Подождите. Какая-то вообще базука огромная. Как она стреляет-то? Ой, ё-моё, это что, липкие? Это какие-то мины. Так. Ты наш? Это все наши. Господи, что это такое? А что это? Подожди, а чё он уже ваншотит? Там какие-то очки мне дали. А, бонусные очки за убийство, понял. Не за месть, а за убийство именно.
Нифига! Что это вообще такое? Подожди. Что это такое? Где это дается, даже толком не понимаю. Наверное, в событии новом. А, уже не ваншотнул. Ну, как-то не знаю. Бонусные очки, ваншот. Это, ну, вот это явно поимбовее, чем автомат. Автомат что-то совсем никудышный. Так, нет? Давай, это же типа летает вот так вот. Может, там кого-то попадет? Эй, ни в кого оно не попадет. Что я рассчитываю? Ну, 1-2 шот. Еще 4-й алмаз! Че сегодня? Видали, 4 алмаза сегодня выпало за видео. В одной карте. Нифига себе, что, шанс увеличили или мне просто так везло? О, ваншотнул. И он меня ваншотнул. Кстати, этот планшет ваншотит, не знал, если честно. Так, подожди. Опа. Ну, достаточно мощная вещь, смотрите. Урон хедшотом есть. Офигеть, что это такое? Подожди. Так, а что по перезарядке? Ага. Невидимку на изи убил. Давай им тут. А. Ну, зато успел им буран выпульнуть. Что там поможет. У меня, смотрите, помните, какая у меня броня? Вот это вот, ветеранская. И меня в ветеранскую броню ваншотит вот этот планшет. Ни хрена себе. Это что-то он очень мощный какой-то получается. Так, ну, драконир, это понятно. Это ультиматум 2.0. И пульсатор все равно ваншотит. Ну, короче, блин, толку от этой брони, если честно, я не вижу. Но все равно все ваншотит. Ну, я даже дойти не успеваю. Просто тупо вот этот бесячий пульсатор. Ну, зато тяж имбовый мы посмотрели. 15. Ну, 15 это хорошо. Чисто одной пушкой. Господи, как... Очень странная вещь, если честно. Ой. У него 3 выстрела этим было сейчас подряд тупо. О, не ваншот, ну. Очень странно летают вот эти штучки, квадратики. Так. Ну-ка. А, они все ушли. Опять пульсатор какой-то летает. Ну, ясно, что тащит. Это даже думать не надо. А, вот сейчас я его не ваншотнул. Но это зависит от того, куда ты попадаешь. Не все вон с имбовыми пушками играют. Еще и подвижка какая-то хромая, если честно. Ну, понятно, естественно. Ваншотите, ваншотите. Да, у меня такая броня имбовая, которую, наверное, хрен получишь. А все равно пробивают все. Нифига я сейчас выдал. Так, ну ладно. 22. Ну хорошо, потестили. Вроде мощно, даже в таких условиях. 22 вот этой пушкой. Ну прикольно. Ну все, ребятки, будем заканчивать. Что, все потестили. Ребятки, тут видео попали некоторые русские. Нифига, тут еще жирным, смотрите, пишется. Задание выполнено. А что за задание? А. Да, я еще сам не покупал пропуск. Это мне все выдали, повторяюсь. Вот, но я его все равно куплю, потому что там всякие плюшки есть тоже. Так. Ну. Тихо, нет, это я попозже. Это я попозже активирую. Так, все, ухо. Лотерейный сундук. А, добавили новые подсказки, типа, что можно открыть сундук. Ну хорошо, ладно, тут еще всякие награды. Ну и чё, ребятки, давайте сделаем заключение про пушки. Первое, турнирная пушка, космический странник. Не вижу смысла. Вы видели, какой у неё урон? Очень слабенький. Меня ваншотили, я с этой пукалки должен полобоймы, наверное, засунуть. Короче, надеюсь, баф, но мне не очень понравилось. Либо условия были не те. Ну, вы видели, мне было тяжело с ним играть. Вот, выстрелы немножко какие-то странные из-за того, что тут урон по зоне немножко непонятный. Ну, короче... Снайпа турнирная была имбовия. Вот такие вот делишки. Вот эта штука, которая, наверное, будет в событии, очень мощная. Ваншотит в голову, тушутит в тело, летают вот эти квадратики.
удобно попадать, бонусные очки даются. Короче, вот эта вещь куда лучше, чем вот этот вот странник космический. Вот ее я точно советую получить. Это прям четкая вещь. Теперь, что касается, соответственно, забираем вот так вот и вот так вот. Что касается новой лотереи. Космическая Жиода. Очень годный автомат. Вот он реально годный, я его советую получить. Еще ярость, где стакаются урон после убийств. Соответственно, чем больше убьете, тем больше урон. Очень топово. Советую обязательно автомат, мне понравился. Спецка тоже хорошо выносила. Зависит, там, соответственно, чем больше вы зарядите, тем дольше будет действовать луч. Самый луч очень мощный. Короче, топово, мне понравилось. Тяжек вот этот тоже очень классный. Мне прям зашел. Вот эту радиацию создает. Честно, не видел, насколько она наносит урон. Бонусные очки за месть тоже один раз мне пришли. Ну, это такое, чисто по приколу. Но сам урон здесь очень хороший. Как-то так. Теперь новый набор. Гипноохотник. Очень прикольный пистолетик. Хорошо выносил. Мне понравился. Создает голограмму. Иногда может запутать этим противников. Больше урона проклятому. Вы видели. Очень классно. Мне прям зашло. Хороший пистолетик. Ближка. Тоже очень годная. Но, к сожалению, хотя это логично, здесь нужно быть близко, чтобы наносить урон. Но зато здесь по зоне имеется урон хороший. Вот он, урон по зоне. Отравление, честно, не видел, насколько мощное. Ну и удобный. Действительно удобный и мощный. Короче, ближка топовая, вот эта вот новая Порталиуса. Советую получить. Снайпа, вот это вот, гипнопреследователь. Тоже очень прикольная. Особенно, когда вот эта анимация смерти типа засасывает в портал. Это очень забавно. Советую получить, но ваншотит, по-моему, как раз-таки в голову, то шотит в тело. Сквозь стены я не видел, чтоб пробивало, анимации вроде как нет. Но это нужно больше тестить, честно, не знаю. Вот рентген-прицел присутствует, невидимость при перезарядке. Ну, у меня плащ на невидимость при перезарядке. Короче, если нет плаща, вот тоже можно поиспользовать. Прикольная штука. Вот, теперь боевой пропуск. Погнали. Автомат, вот этот вот полуавтомат, который... Честно, слабоват. Мне прям не очень понравилось. Ну, горение есть, но насколько мощное, вроде не очень мощное. Защита от горения особо бесполезный эффект. Вот, полуавтомат тяжелее, соответственно, попадать. Сам урон тоже не особо прям мощный. Такой средний. Ну, надеюсь, его бафнут. Если нет, то не советую использовать. Такое себе среднее, честно, по мне. Но выглядит очень красиво. Вот, дальше. Дальше у нас... Чего еще? Дальше у нас... Где? Тяжек вот этот вот, который дается за элитные испытания в пиксель-пассе. Очень прикольный. Еще и ослабление, и отражение урона. Короче, вот это топовая вещь. Урон хороший. Но стреляет немножко непривычно, потому что там огромный вот этот прицел. Выстрелы прилетают мгновенно, этому нужно научиться. Вблизи использовать имбово. Короче, советую. Прикольная штука. Вот. Ну и да. И пистолетик. Тоже очень неплохой. Но вот этот пистолет мне больше понравился. Честное слово. Вот. Типа лазер, да. Ну, неплохо, неплохо. Пробитие стен. Можно заданки повыполнять какие-то. Кража жизни. Можно восстанавливаться. Ну, короче, сойдет. Ну, вердикт какой? Давайте так. Пиксель пас. Стоит ли покупать? Если у вас билетов прилично, хватает условно на второй еще пропуск, то есть у вас сразу заранее на два накоплено, тогда можно купить. Если у вас билеты эти жмут, то не советую. Потому что, ну, автоматик такой себе, ну и пистолет ничего необычного, тяжек ничего необычного, хоть он и топовый. Но ради тяжека выполнять еще элитки, ну не знаю. Короче, думайте сами. Я бы все-таки не покупал, если бы билеты жали. Ну, так, в принципе, нормально. Лотерею. Лотерею советую собрать. Там все пушки топовые. И эффекты наборов еще действовали. Вот невидимость после убийства очень топовый эффект у набора за гемы. И у этого тоже высота прыжка увеличивается у лотереи. Короче, топово. Ну, насчет импульса, честно, я не видел, чтобы я кому-то нанес урон и отключил гаджеты. Это как-то я не протестил. Вот. Набор. Невидимость после убийства. Очень прикольно. Да и сами пушки тоже классные.
Вот, а что, в принципе, сойдет. Хорошие наборчики. И лотерея, и за гемы набор. Очень прикольные. Вот, в принципе, как-то так. Ну что, еще? Я не рассказал самую сочную штучку. Тайм-коды я, конечно, выделю. Но почему-то я это решил в конце ставить. Хорошо, ладно. Ребятки, переработали начальные пушки. Смотрите. Это стандартный Pixel Gun пистолет. Смотрите, как он выглядит. Очень мощный. Очень мощно выглядит, вернее, да. Переливается весь. Но если что, стандартные скины тоже остались. То есть стандартные модельки. Вот, ну вот это выглядит. Да и анимации выстрелов и перезарядки тоже изменили. Давайте проще сделать так. Стандартный автомат, смотрите, какой стал. Вот, сейчас даже покажу. Вот так вот стреляют. Такие анимации. То есть, в принципе, ну, этот сделан для новичков, понятно, чтобы соблазнить. Мне кажется, что такие прикольные дизайны пушек. Да и вообще, мне тоже нравится. Смотрите, прикольно. Вот, стандартный автомат. Также вот боевая винтовка. Прицел сохранился, но выглядит она по-другому. Анимации выстрелов. Вот, то есть, прям М-ка, прям реально М-16. Прям очень классно выглядит. Мне прям нравится. Там прицел тоже, смотрите, тут вот как сверкает. Вот. Так, что еще? Ножик, смотрите. Тоже выглядит больше. Потому что помните старая модель ножика? Она маленькая. Да и бьет, смотрите как. Машет. Не вот так вот. Не вот так вот бьет. А вот так вот. Офигеть. Это очень прикольно. Также, ребятки, еще какие стандартные пушки у нас тут есть? Сейчас. Ракетница, смотрите, это вот эта обычная ракетница. Сигнальный пистолет, смотрите. Офигеть, да? Я что думаю, я сделаю, наверное, обзор на эти пушки. На начальные пушки сделаю обзор. Возможно, даже следующий. И посмотрим, что они будут делать, как с ними играется. Короче, обязательно ждите. Вот, ну и, конечно же, огнемет. Где у нас огнемет? Что-то я его потерял. Где огнемет? Куда-то. А куда огнемет делся? Не-не-не, он должен быть. Дракон по-другому выглядит. Вот он. Это стандартный огнемет. Смотрите. Да, конечно, урон у него, видите, не очень. Даже манекены очень долго умирают. Смотрите, перезарядки какие. Анимации перезарядки. Ну, короче, блин. Прям реальный огнемет. Только ему еще урона бы бафнули. Вот, будет тогда очень классно. Вот, ну и, конечно же, стандартная снайпа, да? Где она? Вот, это стандартная снайпа, смотрите. Фу, мне очень нравится, как выглядит эта модель. Ё-моё. Перезарядка. Короче, отдельный обзор сделаем, посмотрим. Очень классно выглядит. Офигенно. Вот. Ну что же, в принципе, все. Вот все обновление. Да, вот я повторяю, все стандартные скины стандартных моделей пушек можно найти как скины. Вот, в принципе, как-то так. Ну и набор ветерана, да, заключение еще. Все. Хороший набор. Поэтому, в принципе, я все сказал. У всех свои эффекты, броня тоже неплохо защищает, поэтому... Но все равно ваншотят все, как вы видели. Все, ребятки, будем заканчивать. Обзор на все сделали, можно завершать. Пишите свои отзывы про пушки, про обновления. Как вам дизайн новых переделанных старых пушек? Новых переделанных старых пушек, да? Так вот сказал. Не, нравится или нет? Ждем события, тоже видос про события будет. Если вам понравилось это видео, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Немезис, всем пока.